Что, нравится? Вот это, где береза стоит, вот сюда, видишь, за складом, сразу так поставьте. Можно. Давай вокруг проедем. Только смотри, там плита сломана. Так, а это правой стороной держи. Это с нами. Да, ножка. Развернулись бы сразу. А, так вот это ладно, что, в принципе-то. Вы откуда приехали? С Архангельска приехали вчера. По такой дороге? Ну да, вы что? Такие чистые, только на... помылись. Я думаю, не знаю, по обуху летели. А что у вас еще? Никто не в курсе, что мы приедем, тогда ребята что-то мало. Нет, звонили. Нет, у меня сил больше. Что, спортивных мотоциклов не видели еще? Видели. Слава. Берегись. Ездят у вас здесь, нет? Нету, да? Ну, значит, будут сейчас, видишь, приехали. Сразу три. Не, у меня Сузуки. Сузуки у него, да. Сколько весит? 200. Давайте потяжелее будет. Не-не-не, у нас как раз у меня полегче будет. Короче, это литровый мотоцикл 750. У тебя регистратор-то? Да, регистратор. Ну, двигай речь, хотел бы. А где еще один мотоцикл? Что, у вас кто-нибудь еще подойдет, нет? Да, сейчас. Можно засесть? Да, конечно, можно, снимай видосик. У меня, кстати говоря, да? У меня видос потом будет, на канал ко мне зайдете, в Ютубе смотришь? Да. Можешь в Ютуб на меня подписаться. Как мы ехали в Онегу, посмотрите. Ну, я скажу, а вот это, а вот сколько здесь вот... Лошадиных сил? А, пожрать всех? Да, согласен. Сколько прет? Ну, они все по 300 едут. Что, максималка у них 300. Хорошие дороги. Сейчас дорогу вам сделали для вас, ну да, Андрюха говорит, везде асфальт, ну как бы так, ну около дела, в принципе, в городе-то. Лучше, чем на трассе. Да, ну вообще вот так вот съездили. Да, хоть сделай за друга. В прошлом году. Сколько бак у него? 17, у меня 17 на этом. Леня, у тебя сколько? 18. Ну они не прожорливые, да? Ну как ехать будешь? Тут от 5 литров до 20. Расход. Да, чем быстрее ешь, тем больше расходов. Даже, наверное, за 20, наверное, будет заехать. Сейчас мы ехали, у меня сажал 8-9. Я в лес приездил, бля, 7 литров. А Сердинского в Венеге? Так, совсем другое. Так, дал чаду, но с коляской поднимаешь, как брешь 120. Давай его достанем, что я там прикупил. Пойдем сходим. Разыграю сейчас. Сейчас у меня есть одна идея. Так. Я думал, вот этот человек 30-50 выйдет, блин. Нет, они уже, видишь, по лагерям отправляют. Ага. Вот. Нет, это самое, так, они сидеть, календарики. Леня! Иди сюда. Календарики-то есть у тебя? Календарики-то где? Ну что, ждем, пока все подойдут? Да,
Еще по идее Honda тоже быть. Ну давай, рассказывай, как что за мотоцикл, что знаешь вот об этом мотоцикле? Сузуки. Это Honda. Больше ничего, да, не знаешь? Это же, наверное, Honda. Это Саша, Саша, это кто? Саша Григорьев. С вами что ли здесь тоже, да? Не, еще у меня как я тоже такого возраста, ничего не кажется. Так что вы на заднее встать не можете. Да они все на заднее встают, в принципе-то легко. Сейчас, не, здесь не встанешь. Спортивные мотоциклы их надо как бы. Можно и с места, но. Лучше на скорость. Со второй передачи. Видите, вы знаете больше, чем мы. У всех мотоциклов сидушки из кожаные. Просто Лада 1000 RR. Смотрю, так у него вроде бы тоже Honda, но у него чуть не только. У него красный, чуть-чуть поменьше. Это сцепление там сзади. Короче, ребят, идея такая. У нас спонсоров нету. У нас есть свой подарок. Короче, фишка такая. Кто по органам управления все знаете? Я знаю. Все знаешь, да? Блин, ну ты как бы участник, конечно, хороший. Сразу победитель уже потенциально есть у нас. Ну, короче, рассказывай, где у нас что, и будем уже смотреть. Здесь передача, здесь сцепление, здесь передний тормоз, задний. Блин, ну смотри. Если максималка 300, ну сколько? А? Ну сколько? Сколько лет? Это 97 года. Это серия Honda Fireblade, которую выпускались. Три серии было. 919, 929 и 954. У нас 54 не смог приехать. Это, короче, 919. Вот мой стоит. 929 уже следующий. 2001 года. Сколько, да? Сколько литров? 919 это 919 кубиков. Куда потом фотографии? Кроме тебя, кто еще разбирается в мотоциклах? Никто. Никто, да? Короче, у нас уже победитель есть. Самый адекватный победитель есть. Здравствуйте. Блин, Сузуки Хайбуса, жалко, что не приехал. Жалко, что... Слушайте, жалко, что Хайбуса не приехал. Плохо говорит. А что, уже унесли, что ли, коробку? Ну, что-то перенесли. А, ну понятно. Я уже победителя, в принципе, нашел. А это у вас еще же камера. Да, это экшн-камера обычная. Да. Sony. Не-не-не, соневская самая лучшая, вот это сейчас. Самая качественная по съемке. Вы откуда их Откуда их А вам как хватило бензина-то? С Архангельска. Это вообще японские мотоциклы, с Японии. В Японии собирают. А там сколько литров? 18. Не-не, грудак не защищается. У нас черепахи нету, это чисто комбинезоны и все. Мало литров. Это уже мотокульт. Кто-то черепаху одевает. Какой еще черепаху? А что перчатки-то, говорю, не фокус? Регистратор. А где черепаха? А что, не на шлеме сюда? Я такие, я не вал тогда, помню. А, это-то? Ну нету крепления, короче. У меня друг ездил, так он упал, так у него так-то едет, что разодрано. Ну да, не, она нормально, я поднимаю. Колодило. Не продувает? Не. Текать, хорошо. И руки не имеют. Ну, я сейчас до Санкт-Петербурга на нем ездил. 1400 туда и обратно. Нормально? Каждые сотни отдыхаем. Ну, заправляемся. Каждые 150, короче. Вы на задних-то ездите? Да? Тяжело держать-то его так. Ну, я, честно говоря, не экспериментирую по этому поводу. У тебя Влад 1000 RR, ты смотрите? Или знакомы уже с ними? Мото Nexus, знаешь такого. Болта смотрим. А тут модник. А тут... Смотришь болта? Обыкновенный. Ой, есть его. И на кнопочку. У нас уже победитель появился. Мы просто, у нас спонсоров нету, у меня просто подарок есть. Вот. У нас уже, смотрю, парень вообще в этом разбирается. Молодец, это парень. Гранков, скорее! Он громкий. Я же сказал, ты, что громкий.
Громкий вот этот, у него стоит выхлоп другой, Йошимура. Он громкий. Самый хороший будет здесь. А как это звучит? Чего-чего? А как это? Андрюха, ты где? Андрюха, иди заведи, люди хотят. Тебя как зовут-то? Меня Миша. Миша, Серега. А меня Слава. Серега. У него специфический звук, у него... Вот это показывал, да, я понимаю. Это SPX. Причем это GSX. Заводской грузовик. GSX 750. Стоковый заводской грузовик. Если поставить ремонток... Да. По децибелам так я чувствую левую руку. Фиксер рулит. Так, у него сколько будет? У меня самый первый бойчонок. Камера, камера. У меня самый первый. Ты уже ездил на чем-то? Да, у меня был скутер. А ты когда? Когда успел на скутере-то поездить? Это что за мотоцикл? А? Это Honda Fireblade 929. В смысле? Чего? Это Suzuki. Это Honda Fireblade. Suzuki вон синенький стоит. Они вот S, видишь, Suzuki. Это тоже Honda. Я говорю, это линейка, серия была мотоциклов. 919, 929, это 900. А я думал, это 929. Я думал, что наклейки же. Это 919, это предыдущая версия. Вот, они как бы братья, можно сказать. Не, это 2001 год. Этот 97-й. Ну, кажется, как новый, да? Ну, кто из них новее? Вот этот... Ну, этот новее, да. Пойду с другим познакомлю. Лучше или там что-то поменялось? Ну, смотри, там 919 кубиков, здесь 929. Там карбовый, здесь инжектор. То есть разница как бы. Карбовые, они более дерзкие мотоциклы. Ничем не ограничены, поэтому... Можно сказать, что он быстрее в чем-то. А, это быстрее. Вот, да. Но этот как бы инжектор, он поэкономичней, во-первых. Вот. Не знаю, ну надо, понимаешь, они, их сложно сравнивать, потому что они одной серии. А максимальная там... скорость у них какая? 300? 300? 300 оба идут. Тот тоже 700, тот тоже 300 едет. У всех. Ну, это спортбайки. Это чисто шоссейные мотоциклы. Я его сделал под стан, видишь, у меня поставил клетку. Вот. Ну, чтобы мотоцикл не бился при падении. Вот, для этого как бы сделал. Здравствуйте. Пластмасса? Да, это пластмасса, все, обтекатель. У меня до этого было... Да, да. Вообще ты в мотоцикле можешь пластик этот вообще весь убрать, короче, будет у тебя чисто, вот, чисто железо. Он будет дерзко смотреться, ты можешь по городу ездить, да? А если ты хочешь выехать на трассу, то тебе без пластика плохо будет ехать. Ветер, потому что после 150 тебя уже будет сдувать просто. Поэтому, ну, пластик просто необходим. А пластик он это... Да, он, да, режет воздух, во-первых, и набираешь быстрее скорость. Вот, соответственно, и прижимает лучше. А? Так в основном же пластик тянет, он вообще по-другому выглядит. Да, у меня есть фотографии, как бы, ну, это, показывать, доставать, какой он был до этого. Вы снимали, да? Я его полностью разбирал, делал под себя, как бы, все, двигатель снимал сам лично. Вы его купили как с руки или новый? Не-не, это бэушный. Я его брал бэушный. Сейчас я вам найду фотографию, какой он у меня до этого был. Когда мотосезон открывали не так давно, вот он у меня был, вот, видишь, без пластика. Нифига. У меня без пластика, видишь? Прикольно. Это у нас мотосезон открытия было. Ну, я только-только успел на открытие. Ну-ка, покажите. Ну. Офигеть. Вот это он, да? Вот, а вот он с пластиком стоит. Видишь, чувствуешь разницу? Ага. Вот такая вот тема. А еще есть? У меня есть... Так, на ютубе свой канал, можете там посмотреть. У меня все, весь процесс работы, ремонтов, у меня все есть. Канал мой. Они одинаковые, да? Сейчас я имя скажу, дам визитку, посмотрите, найдете. Есть телефон-то, найди меня там. Меня в кошельке нет. Богдан. Сейчас покажу, где. Зовут? Вот. А, у вас интернета нету здесь. Есть. За, найди меня в ютубе. Так у меня канал. Интернета нету. Сейчас покажу вас своим. Ну, у меня визитки так-то есть. Вот. Какой? У меня. По сдаче категории вот у меня самое такое, больше просмотров. Год канал веду. Поэтому вот самое у меня популярное вот это видео, сдавали на права, как я их получал. Кому будет интересно, потом в будущем можете тоже вот весь процесс
от начала до конца. Ну и так далее. У меня видосов больше 50 уже. Мусора. Да, да, есть тут у меня и такое. Да, были как бы более такие запретные, я их удалил. Вот. Ну, тут вот свои есть темы. Запретное это было, срать. Ну, даже говорить на камеру не могу, потому что это запретка. Ездили. Не очень правильно. А вы гоняли мусоров? Да. Ну, угоняли. Не отличается никто. А может не угоняли, мы их не видим. Мы уезжаем, может быть они за нами едут, а может не едут, мы же не знаем. Мы же быстро едем. А вы откуда? Мы с Архангельска приехали. Вот так вот прямо на них? Да, да. Еще и как там по дорогам вот по этим? Нормально. Будет ролик, кстати, выложу, как я обгонял пятнашку на грунтовой дороге на спорте. Поржете. Задеть можно переднюю часть или так? Не, нормально все. Это же мотоцикл, это же не машина. А вот есть сколько лошадей? Там же все-таки тоже едет. Ну, ты же видишь, как едешь, там есть нормально. Могу сказать, а там сколько лошадей? Здесь 150 лошадей. Ну, если точнее, 147. А, 147 лошадей? А вы да, здесь? Да. А мотоцикл от машины отличается только кубами или нет? Фу, ну мотоцикл, во-первых, легче, машина тяжелее. То есть на машине 150 это ну, как бы ни о чем. А на мотоцикле 150 это очень много. То есть получается на 2, на 2 килограмма веса со мной, сейчас скажу сколько, лошадиная сила получается. Есть 600 кубиков, дети у нас в Онеге. Катать-то нельзя, наверное, нам не разрешат. Катать нельзя, шагов-то нет. Посмотрим. Где у нас там этот? Куда слился товарищ? Стоит. Паша. Есть. Вообще здесь, короче, специфика в моем мотоцикле какая? Сейчас расскажу. Интересно кому? Нет, послушайте. Короче... Здесь крепление идет маятник, вот прямо, да, хвост крепится к двигателю. Вот. Вот идет пружина, да. Там ароматизатор, который работает, соответственно, вот он играет. А там вы еще ложите. Типа багажника. Это багажник, да, открывается, там, ну, бардачок небольшой такой. Места хватает. Можно положить там, попить, поесть. Кстати, тут колеса сложно снимаются. Ну, ты что, скрутить? Там, в принципе, ничего сложного. О, гоще. Ага. Да, вон вода, там салфетки, все, что надо. А вам зачем веревка? Маска для цепи. А? Зачем веревка? Это, короче, сетка. Сетка сюда. Шлем можно второй положить или что-то закрепить. Допустим, не знаю, коробку какую-нибудь. Как бы так вот. А вы кого-то катаете? Не, мы в основном ездим одни. Ну, во-первых, это ответственность большая. Нет. Из ваших кого-то. Я уже катал. Ну, а бывало катал. Это демпфер называется. Для когда болтанку ловишь, он немножко помогает все равно выравнивать. На трассе как бы очень хорошо. И сейчас мы к вам ехали, тоже дорога не очень, поэтому возможно он помогал, не могу сказать точно. Но у вас человек вот без демпфера ездит, нормально проехал, быстрее нас ехал, летел вообще. А за сколько времени вы доехали? Где-то за 3 часа, наверное, с остановками. Тормоза, смотри, супер, да? Диски, да, с двух сторон, тут тормоза хорошие. Задний, два бачка, вот передние тормоза, здесь бачок наливается, это на задний тормоз тоже заливается. Мотоцикл должен доехать. Тормозим. От Архангельска до Сюда, он где-то должен доехать за полчаса. Ну, дорогу сделайте. Какие 3 часа, вы издеваете? Если бы дорога была... Делайте, сколько накачка шина? 2,5 держу накачку. Это, кстати говоря, выходец с вашей Онеги мотоцикл, да, Андрюха? Да, он же был вот у переделки. Его переделали, вот, приехал он снова к вам. Кто еще там в мотоциклах разбирается? У нас только один человек, да? Ты, да? Ну, он уже однозначный победитель. Пошли, я сейчас, стой, сейчас я выручу. Веня, на, будешь вручать. Короче, смотрите, ребят, вот вам подарок тебе, как знатоку этого детского дома. Катай со всеми. Дорога у вас плохая, поэтому мотоцикл не купил, купил именно джипчик. Это более актуально, как мы до вас добирались 3 часа. От нас от байкеров вам 3, а?
Ну да. Это вот как бы, я не знаю, мы пока предварительно три сделали. Мы, я думаю, вернемся, держите. Это можно повесить как бы куда-нибудь в это, да? Ну, как и, как и в администрацию, да? Вот какая стрига глупая. Это у нас закрытие сезона в том году было. Фотографии. У нас тут много. Доехали только трое. А где ваш мотоцикл? Так, мой здесь не попал, к сожалению. Ну, я вот здесь. Так, нет, вру. Где я тут? Вот я стою. Спасибо нам. Катайтесь, это вам всем общий подарок. У нас спонсоров нету, к сожалению. Вот такой вот подарок сделали. Спасибо. Что, ребята, сказать надо? Спасибо. Не за что. Давайте, слушайтесь. Давайте, может, тут все фото. Учитесь. Катайтесь.